втором браке Даринцев родились две дочери, Варвара и Вера. В 13 году после развода с первой женой Даринцев не стал делить совместное житое имущество. Он оставил 4 квартиры в Минске, 2 в Москве, а также дома в Борисе на Никольном горе бывшей жене и сыну. Позднее жена купила квартиру в знаменитом доме на набережной. В программе «Вдоль» Даренко рассказывал, что ее стоимость превышала 30 миллионов рублей. Отказались в публичном пространстве говорить о своих подозрениях, кто именно мог причинить вред отцу. Отметили, что скоропостижная смерть могла быть связана с имущественными интересами третьих лиц. Кто может претендовать на наследство Даренко? Почему дочка от первого брака подозревает, что отца отравили, а кремация это скроет? И есть ли в их действиях намерение решить наследство вдову журналиста? Мнение управляющего партнера московской коллегии адвоката Юраса Ларина, партнера Владимира Юрасова. Если не будет доказано отравление, конечно, все будет в рамках закона. Если нет завещания, то бишь 50% перейдет действующей жене, а оставшиеся 50% от всего имущества будут в равных долях распределены между всеми наследниками, то есть детьми. В различных сферах деятельности от литейного производства до банковского дела и медицины. Свободный лидер, основатель одной из крупнейших в мире нефтехимических компаний. Рэдклифф стал третьим. У него 18 миллиардов. Нежели могут делать телеканалы. И, по сути, работая под запрос, мы можем создавать очень много различных форм, развлекательного контента. И проекты готовятся. И сейчас абсолютно разных проектов. Работаем практически со всеми ведущими продюсерами. Производстве с международными партнерами, с молодыми кинематографистами, с студентами ведущих киновузов. Глобально могу сказать, что у нас три больших направления, куда мы двигаемся. Это маленькие мини-сериалы, то, что сейчас называют веб-сериалами, короткие истории до 10-15 минут, которые очень удобно смотреть и которые обладают определенной драматической ценностью для аудитории. И полнометражные фильмы. С каждым продюсером у нас разные коридоры на разных стадиях. То есть с кем-то мы обсуждаем проекты, по-моему, просто заявки или концепции. С кем-то мы уже пишем сценарий, с кем-то мы уже ведем режиссерскую разработку и качество. Mm-hmm.